Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi S4. Машину разобрал хозяин, все поврежденные части спереда были сняты, а также двигатель. Ну что, начинаю ремонт. Установил машину на стапель. И первым делом снимаю все, что мне будет мешать для ремонта. Вот теперь могу начинать ремонт. Первым делом я вытяну лонжерон. Тяну я до нужных мне размеров, поэтому постоянно измеряю. Размеры взял с хорошего телевизора.
для ремонта этих вмятин я удалю кусок внутренней части лонжерона. Удаленный кусок равняю на столе. Ну а теперь выравниваю вмятины в самом лонжероне. При работе с лонжероном появилось несколько трещин. Завариваю их. Теперь устанавливаю внутренний кусок вырезанный и затем свариваю его. Сваривать буду вместе с телевизором. Лонжерон сварен. Крашу его. После покраски лонжерона обрабатываю внутри мовилем. Ну а теперь последний шаг. Устанавливаю все детали перевода и устанавливаю зазоры.
Итак, все детали переда установлены, зазоры good. И на этом моя работа закончена. На эту работу ушло 3 дня. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Следующее воскресенье вы увидите Porsche Cayenne. Ремонт левой стороны.